Дроны атаковали спиртзаводы в России. В ночь на 5 октября в Воронежской и Белгородской областях пожаловались на атаку неизвестных БПЛА. Момент взрыва попал на камеру. Вон он полетел, сейчас взрыв будет. Под ударом оказались спиртзаводы в Старом Осколе и Новохоперском. Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что российские средства радиолокационной борьбы и противовоздушной обороны якобы сбили и подавили несколько дронов. По его словам, были атакованы несколько предприятий, якобы выпускающих гражданскую продукцию. И на территории одного из них есть раненые, а также возник пожар. Мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории одного этажа в здании и того же предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы, написал он. Гусев утверждал, что на другом предприятии, которое подверглось дроновой атаке, якобы нет разрушений и пострадавших. В то же время жители в местных пабликах жаловались на громкие взрывы и дырявую ПВО. Какое ПВО? Ничего не сбили. Все дроны долетели до завода. На святое, на спирзавод. В Минобороны РФ отчитались, что их ПВО уничтожило 10 БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями. А днем ранее дроны атаковали две нефтебазы в России. Одна из них расположена в Анинском районе Воронежской области, а другая в Пермском крае. Сообщалось, что на территории объектов были пожары.